Да куда хочешь. И на двушку тебе. На двушку, да? Не, я отсюда. Вот отсюда было. Сюда. Все реально. Вот, блядь. Что там горит? Или то не горит? Горит, да? Там этого... Кто за нас был, да? Взлетка, да? Ну да. Это вот вчера мина прилетела, да? Она прилетела, это он что, с укропами там перекрытие? Да. Какие последние события? Наступления нет. Перестрелка между собой, временная. Ну вчера наш ложат. Открыли. Ложат. Вот здесь залетело, вот сюда. Дай один расскажет, что ты видел. Ложат минами иногда. Сегодня затишье, потому что туман. А вообще воюют. То есть туман не позволяет им сейчас простреливать, да? Ну да, нас не по, так вот мелкие, вот, позиция вот, буквально 30 метров. Вот. И... Я же уже и так вот, и пострелял, и из пулемета пострелял, из ПТРД пострелял. Они молчат, гады. Палец этот засунули себе в задницу, блядь. Так что я ни при чем тут. Они молчат. Укропы! Смотри, они молчат. Ладно, ладно. Так, это простакивает. А ты там этот... Радио держите, да? Там пришли сигареты, а я... Коммуникации нету, надо. Я сигарет показал. Поверку пробежался, вот мне кто-то воет. Построил на борту. Там бегают укропы. Вчера было весело. Где ты? Граната F1. Угу. Осколочная граната. Радиус поражения 200 метров. Эту гранату носит каждый боец. Носит для того, чтобы, блядь, не сдаться в плен и в нужный момент просто вот, хуйнуть. Потому что один хрен понимает, что в плену мы пытка, блядь. Что сразу кому еще положить? Вот так. Коробочку рядом поставить уже сразу. Где пулеметчики охуели в коробочку? Оттуда, оттуда тоже, да, да. Угу. Есть рация здесь? А? Нет. А кто старше тут? Кто старше вот? Не брал ты рацию, да? Так, она сдохла на зарядке. А какие-то последствия боя, вот, который был только что буквально, есть? Да нет, тихо, нормально. Все тихо, нормально, да? Хорошо.